Привет, Teens Voice! Сегодня мы находимся в клубе 16 тонн, где через несколько минут состоится выступление группы «Легенды Про». И здесь станет реально люто! Йоу! Почему ваша программа называется «Новогодняя»? Что вот интересного сегодня будет на концерте? Ну, потому что за 5 дней до Нового года заключительный концерт. Это последний концерт в этом году, который мы даем. Следующий в Минске, 12 января. Адрес и телефон узнаете позже. Но Новый год всех хотим поздравить этим концертом, увидеть всех своих фанатов, еще раз с ними увидеться в этом году и дальше продолжать заниматься альбомом. У нас выход альбома в этом году. Мы должны его, вот заключительный этап, должны выпустить. Ну и вот поэтому новогодний. Собственно, у нас Новый год, нельзя же это называть там. 2012, да. Мы переходим в новую эру. Отлично, вам есть что добавить? Просто нечего добавить, вообще нечего. Ну, слишком развернутый ответ, мы не знаем, что добавить. Желаю тем, кто встал, пойти не оступиться, а всем, кто прет вперед, не остановиться. А вы сегодня пришли на группу «Легенды Про». Скажите, вы давно слушаете эту группу? Ну, где-то около года. Подруга посоветовала, сказала, что надо слушать обязательно «Легенды Про». Благодаря группе «Центр» узнали. Я приехал к пацанам подержать. Это все один район. Прости, девочка. Это все один район. СЗАО, хорошовочка. Люблю, когда пацаны выступают. Ну, реально от души. Всегда делают горячо, круто. Приехал подержать, как всегда. Ну, это не первый концерт, в который я приехала. И мне очень нравятся их песни. Они немножко, конечно, не подходят под мой стиль, но я прям... Не знаю, я не выросла во дворах, как они там это все поют, но мне нравится. Ну, ты их понимаешь? Да. А какой у тебя стиль? Я, ну, не знаю, не такой спортивный, наверное, не такой, как у них, там, такой плохой, bad boy, все такое. А что ты еще помимо них слушаешь? Какую музыку? Клубную в основном. В основном клуб? И они вписались в тематику? Да. Все, давай поготовим его к концерту. Ну что, начинаем? Новый год в стиле хип-хоп! Эй, Новый год в стиле хип-хоп! 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 Подняли руку! Новый год в стиле хип-хоп! Как отметить Новый год в стиле хип-хоп? Ну вот Олежа хочет сказать кое-что. Да, ну я скажу. Ну надо собраться с друзьями, расслабиться, включить приятную музыку ритмичную и делать все то же самое, только с поднятыми настроениями, поднятыми руками качаться. Если вы не знаете, как отметить, мы вам расскажем, как это делать. Сегодня будет примерное, как бы, мы покажем, как надо встречать Новый год в стиле хип-хоп. Легко прощаться с прошлым, надо научиться не здороваться с прошлым. Сегодня праздник не испортит, ни гост, ни погода. Давайте вместе гребнем все! С Новым годом! Все проблемы пора скинуть, найти новый, не теряй старый стимул. Годы летят неумолимо, да, совсем недавно, зато и так и пели за мандарины. А разогреваться перед концертом, конечно, чайком и общением с людьми, которые вот с ребятами, с нашим диджеем, ну и с нашими друзьями, которые находятся в гримерке. Вот. Никакого алкоголя никому не советую, не надо пить. Пока мои ноги несут до дома, по-любому дойду, знаю, где иду, знаю, где иду. Знаю, где иду, знаю, где иду. Знаю, где иду, знаю, где иду. Пока мои ноги несут до дома, по-любому дойду. Давно вы знаете эту группу, слушаете? Да, лично знаком. Ну, мы родились, общаемся с одного двора, с детства знаем ребят. Вы обманываете? Нет. Олежа живет от меня через дорогу прям, вот. Ну, я дольше, наверное, знаю Амира, чем Олежу. А вы сами рэп читаете? Ну, так, немножко. А может быть, что-то зачитаете? Можно, можно. По-французски можно? Я отдаю микрофон. Да? 75-й квартал в деле. Ли. Гаса есть, цен кертье, преобата есть, папе еле, тамар есть, табар еле, тамар есть, детр анал есть.
поверить этим басням, внутри нас есть свет, который никогда не гаснет. Власть продаст перспективу пропасть, выпуск опасть, начнет и смешать счастье и грязь. Заказ и платину, братья, забывай братьев, надоело, нас вас хватит. Я хватит вядаться по норам, ожиданий лучших времен. Но каждый сможет выстоять под этим шарим огнем. Не хочешь видеть себя в списках пропавших имен, тогда признай, что ты не такой, подними глаза и не знай, что ты не такой, как все. Пускай остальные смотрят все онлайн, донесется не до всех, но найдутся те, кто поднимут свои руки. Признай, что ты не такой, как все. Пускай остальные смотрят все онлайн, донесется не до всех, но найдутся те, кто поднимут свои руки. Вверх, 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 вверх. Вверх, руки 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 вверх. Но найдутся те, кто поднимут свои руки вверх. Team Sports TV, специально от Легенды Про. С Новым годом, ребят. 2013-м. Да. Пусть у вас все будет хорошо. Чики Моня. Yeah. Это не срок, я не брус, я водюсь руками повешенными. Тебе просто на баранов и гамми. Мой каменный город, готов повторить свой контроль. Но Москва никогда не оставалась покоем. Подними руку вверх, покажи мне ладонь. Ведь это город наш, мы живем нам с тобой. Москва — это город раскаленных камней. Она меняется, но мы останемся с ней.